Сразу, короче, следующую серию записываем. У нас не нужны, да, все такое. Давайте так, кстати, телепорт. Монумент. И давайте, наверное, сюда я телепортнусь. Пойдем теперь в другую сторону. Потому что мне нужно там где-то найти проходик. У нас там три развилки. Но здесь рыцари, ну не знаю, ну такое. Так, сохранится. Сейф. Сделать. А, наверх поставить, вот. А, нет, все-таки. Окей. Давай, давай, уходи. Замечу, пока он меня не видит, он меня не атакует. Так, next level up, плюс урон, easy. Тихо, 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 тихо. Я не хочу с ними драться, но нафиг надо. Поймите, оно мне все равно косает, даже если я до них не касаюсь. Типа, камон. Ха, а главное, он меня за стенкой слышит. Изи. Ха. Ха. Так, ну здесь понятно, что мне нужно молот взять. Так, переключаемся. Ага. Пипец, и меня это домашнего. Ага, видите, оно как сделано. Вот оно в чем дело. Я просто нашел наилучший вариант событий. Ну, буду надеяться, что я поднимусь и не сдохну. Ну, типа, души, я не знаю. Их можно все равно нафармить. У нас есть место, где я могу фармиться. Очень хорошо фармиться. Поэтому, если я что-то да потеряю много, то это не страшно. Но все равно как бы не хотелось. Так. 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 Так, хорошо. Алепарды. У нас только наверх ехать, да? А, здесь сейчас опасно, потому что... Я не знаю, что там, а до хила очень далеко. Так, ну допустим, вот момент, да? И не знаю, что там. Так, место с ловушкой. Давайте левее.
Хорошо, это у нас большая комната. Да что ты мне сделаешь? А что ты мне сделаешь? Ничего. А зато я могу так сделать. И замечу, что он типа получает от меня урон. Но ничего сделать. От этого не может. Так, а здесь я был? Я не помню уже. Ух ты ж, блядь. Проверил. Проверил на свою голову. Ай, классно. Ладно. Значит, в эту сторону. Это я сейчас снизу, а мне нужно наверх. Короткий вариант это так пойти. Единственный... Подождите, это точно единственный? Да, единственный. Единственный довольно короткий путь. Отлично. Ой-ой-ой. Ну нахер. Больно. Ай-ай, больно. Больно, больно, больно. Ага. И хер там, да? Так, я не понимаю, проход где? Блин, нужно было вот там вот и открыть, походу, проход, но и сдох. Сука. Ладно, сейчас вернемся обратно. Не беда. Да. Не беда, не беда. Все это для нас. Только времени пипец много забирает это все дело. Пока дойдем, пока придем. Это хорошо, что у меня урон 63. Нет, мне нужно, чтобы он отошел. Я его застрелю по-тихому. Вот он должен отойти еще. Делает 3 отхода. Раз. Изи. Хорошо. Воу. Вы черт. Вот черт, окей. Здесь видите, все за счет таймингов сделано. Я вообще не думал то, что меня зацепит. Паскуда. Но не месяц теряет, когда я на лестнице.
Ну хорошо, все хорошо. Блин, нужно, короче, давать ему дойти до стенки. Я не хочу, я хочу фляги хотя бы оставить, чтобы было. Так, левел ап. Плюс левел ап. Окей. Так, а там у нас сейф не скоро будет. Пипец мне лезть туда. Ё-моё. Так, ладно, возвращаемся. Ага, то есть этот все равно будет дохлый, поэтому нормально. А что снизу там было? Я ведь здесь дох? А, точно. Точно. Я думаю, помню, что я здесь уже был. Но что там было, я не помню. Так, что здесь у нас было? Я думаю, вот меч торчит. Может, мне нужно с помощью меча туда, типа, пролететь? Так, хорошо. Отлично. Все-таки мне даже молот не понадобился. 35. А ну-ка, сколько он будет? Как быстро? Ну, быстро, но... Такой. Так, ладно, хил, если что, заюзать сразу. Так, там у нас тупик. Вот здесь, да, я сдох. Окей, ну давайте попробуем здесь убить. Сейчас его. Там что-то есть. Еще за один подход я его убью. Главное, чтобы меня не сбросил с лестницы. Да, стрёмный замок. Хорошо. Ага. Отлично. А я срез себе создал. Зря отдохнул, да, наверное, у костра. Ладно, нормально. Нормально, сойдет. Можно как-то ускорить тебя? Я просто понимаю, если сейчас... Блин, ну смотрите. Это уже хорошо, то, что я сделал себе сокращение пути. То есть, даже если я сдохну, то это будет небольшая проблема для меня. Косарь. За одного.
принципе, нормально, я думаю. Хорошо. Хорошо. Это я куда открыл? Это нас где? Ага. Вон оно что, я просто лестницу не заметил. Буду знать. Так, теперь лезем тогда сюда. Хорошо. И так сойдет. В принципе, я могу вниз пойти еще. Не пойдет. Окей. Не впускают меня. А тут тоже, да, такое? Шо, что у нас здесь? То точно просто так это сделано? Так. Ну, во-первых. Чтобы было. Во-вторых. Алтарь. Я боюсь то, что там ловушка. Хорошо, здесь нету ловушки. Это уже мне не так сильно напрягает. До свидания. Короче, можно без этих, без молота проходить, потому что... Так. Ага. Так, я давно не сохранялся. А у меня душ много. 25 тысяч. Окей. Привет, ты один. Ты должен via Mass Manor. Понятно, как обычно, разговоры обо всем. Are you thinking monster, do you not? Return days and возвращайся в следующий день, чтобы что-то там. Угу. Мана, тебе еще какое-то сокращение пути открыл. Это у нас что за сокращение пути? Я вспомнил, что это за сокращение пути. Это там, где я видел дырку и не знал, что с ней делать. Мысли. А, так это... Эх ты... Прикиньте. Ладно, я думал, там тоже локация есть. Оказывается, я просто вышел, считайте, за карту. Да, вот и wait, party. I did my souls.
Не шарю, окей. Может, мне нужно выйти, зайти? Фелс. Правильно. Так, теперь возвращайся в следующий день. Может, мне что-то даст, слушайте. Эдит. А я не знаю, может, это квест, типа. Я не знаю, типа, там типа текст меняется или нет. Айдит. Хер его знает. Ладно, еще раз. Беру последнюю и все. Муж, я типа должен ему на его вопрос-ответ найти. А смотрите, а там часы идут, видите? Типа стрелка вот эта вот, она была немного поднята, теперь она ровная. Ладно. Гоу наверх. Гоу наверх, надеюсь, не сдохну. А потом уже обратно взбираться сюда хер знает сколько. Ну, го. Окей. Что, немного локация поменялась? Он исчезает. Ой. Я не заметил, что у меня. Заряд неполный был. Короче, все зависит от того, как я долго затяну эту. Что? Я ж... В смысле, я ж вернулся. Какого черта?
сука. Что-то сложно. Ладно, не буду спешить. Пиздец. Все? Вау! Окей. Прикольно. Он не сразу стреляет, и это мне напрягает. Ух. Ладно, хил. Хорошо. Ну... Хотя бы быстрее все происходит. Ну-ка. Мне нужно в его сторону прыгать. Что?
Тихо. Ух. Да ну тихо ж ты. Я труп. Ну ладно, здесь то хотя бы понятно, что я могу использовать этот лук, и он будет намного быстрее. А давайте я, наверное, на кнопочке переключения поставлю кое-что другое. Так, как они там? Гримуар? Нет. Рейтинг, реликв. Подожди, айтемы точно. Хитпоинты. Почему не могу так поставить? Frozen Hearts. Что Hearts дает? Tone. Ability. Memory Scene. Нужно будет позаюзывать, посмотреть, что они вообще хотя бы дают. Item. GG. Так, мне нужно отойти. Опа, тихо. Что я отхилился мало. Да. В смысле, блядь? Идет? Я ж отскочил. Окей. Не, лучше осторожно играть, чем я к нему в лапы попаду.
тихо. Нужно в центре стоять. Фух. Ух, видите, что... Что значит проебаться? Вот что значит просрать. Ух. 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 Вот так вот. Так, Souls Flame, Gantals. Какие-то душевные цепи. Ух, ребята, ух. Прок 4. Я не тоже. Подождите, я не то в руках держал. Не знаю, не знаю. Так, а как отсюда выбраться? Вау. Так даже. Прикольно. Так, мне нужно что? You help me, yes. Find two legs. Ты нашел мою ногу? Нет. Так. Ту-ту-ту. Сокращение пути. Ладно, давайте сокращение пути и закончим. Как это-то... О, там что-то есть. Тут что-то есть. Фух, ладно, давайте, короче, на этом остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Давайте я прокачаюсь. И всем пока.